Футбол зовет. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Позвольте представить вам сегодняшний комментаторский состав. Как всегда, для вас будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. Это «Рейнджерс» против «ПСВ». Порой случается, что и в товарищеских матчах команды показывают очень интересный футбол. Может быть, и сегодня у нас будет именно такой матч. Не всегда предматчевые прогнозы относительно отдельных игроков оправдываются, но все же давай попробуем, что из себя представляет вот этот футболист. В первую очередь я бы от него ждал хорошего дриблинга. Здесь он, конечно, мастер. Он может расправиться в одиночку с обороной соперника. Все больше и больше клубов переезжают со своих старых стадионов. Как тебе вот такое вот движение? Я думаю, это правильно. Все должно развиваться и становиться лучше, как бы это банально не звучало. Конечно, есть исключения, без них никуда, но общий мотив верный. Современный клуб должен помнить свою историю, но также должен смотреть и в будущее ради новых поколений. На экране состав команды «Хозяев». Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Первый удар по мячу, и игра началась. Команда ПСВ была впервые собрана из работников компании «Philips» в 1913 году. А расшифровывается аббревиатура как «Спортивный союз Philips». Опасная атака нарушением прервана. Вполне за такое и карточка может быть. Только-только началась игра, и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте осторожнее. И удар! Очень сильный удар получился, но точности не хватило. Да уж, такой силе нужна наводка, тогда точно будет опасно. Неплохой пас. Матуеке забирает мяч галки. Джеймс Тавернье. И мяч снова у них. Гетце. Разрядил он обстановку сейчас. На коротке решили разыграть угловой. Еще раз с угла подавать будут.
разыграть угловой решили через пас. Ходит мяч у них. Как отлично он мяч перехватил. Есть пространство перед ним. Ну, надо реализовывать такие моменты. Как он лишился мяча сейчас? Ну, просто уму непостижим. Есть шанс выйти вперед. Вполне тут гол мог состояться, но хорошо на выносе сыграли. Эрон Захарь. Хорошо двигается с мячом. Есть у него поддержка в атаке. Эрон Захарь. Марио Гёц. Оставляет мяч для навеса. Можно навесить сейчас.